После неудачного захода в Raven Creek мы решили появиться в более тихом месте, там, где было не так много ходячих. Как только мы заспавнились, мы быстренько осмотрели парочку домов и двинулись как можно скорее дальше. По пути нам встречались постоянно небольшие кучки зомби и дорожные происшествия. Первой же на нашем пути остановкой стала небольшая пожарная часть, в которую мы немного приоделись в форму и набрались топоров. Как раз же неподалеку отсюда был полицейский участок, в котором по закону жанра был сладкий арсенал, в котором мы потихоньку начали прогрызаться. Набравшись всякого барахла, я выбежал на парковку, где стояла крутая полицейская машина, которую я успешно взломал, тем самым обеспечив нас транспортом на дальнейшее путешествие. Так как оружия и патронов у нас было достаточно, ничего гениальнее, как отправиться мочить ходячих, мы не придумали. И для этого занятия мы выбрали тюрьму. Ехали мы туда недолго. По прибытию каждый достал свой ствол и начал отстреливать мертвечину. Все это затянулось на длительную перестрелку. Товарищ мне сказал, что здесь есть арсенал, попасть в который тоже очень хотелось. Ведь это всегда интересно, как мне казалось. Товарищ был с дробовиком и очень активно косил зомби. В отличие от меня, у которого была М-ка с обвесами. Без автоматического режима огня. В конечном счете мы забрались внутрь, немного поутали арсенал и успешно закончили свою жизнь, оказавшись в ловушке. Они сломали дверь. Отходим. А, пидоры покусали. А, меня забежали. А, пидорасы. Вот нас окружили. Ты у меня голый, блядь. Я умираю, мне пизда. Она не успела показать пентаграммы того, что...